Вот школа Потеряевская, одновременно храм. Я тут зайти посмотреть у Игоря зерно или что покупают. Это зерносклад. Отец Аким мешки себе нагружает. Бог в помощь. А тебе разрешил хозяин нагребать-то? Какой хозяин? Я хозяин. Пойти посмотреть, а то, говорят, они отказываются, что брали гречку-то, а я их засниму. 20 тонн гречки взяли у Игоря. Так и отказался, суд шел не один год, наверное. Ну как так, когда взял, и все, расписка есть. Говорит, а расписка, то он просто баловался. Страна воров, коррупция, все. Поневоле люди будут желать Китай. Большие КАМАЗы. Как КАМАЗы назвать или как? Что, снимаете? Тут все снимается до интернета. Тут и начальник уголовного розыска, только три раза приезжал, его засняли. А он зачем туда? Воры были, попадались, горючее воровали, все, все. Засняли, легко разговаривать было. Серенький, мир барабаши, серенький ленький. Ну это дают пшеницу или еще. А это у него горох. Вот сколько гороха. А там уровень мне до бороды. Это вот ширина, сейчас скажу, какая у него горох. Раз, два, три, четыре, пять. Вот он вывалился, горох. 5 метров шириной. Это, ну, я метрами мерю, шагом, шагом. А то он еще его не продавал. И длина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16 на 5 метров, ну и высотой 1,20–1,30 метра. Вот умножай кубатура гороху. А тут у него ласточки, мы насчитали тут больше 30, не больше, намного, куда ни посмотри. Это пшеницу он продает. Здорово были. Хороший сын у меня Кирилл, улыбчивый. Улыбчивый. Так, привезли мы камень-то. 5 штук. 5 этих машин. Спаси Христос.
вот колес сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять. Пять осей. Машины хорошие. Вот городской житель что знает? Это явно не из города люди. Люди работают. Вон и лопата, и машины работают. Я их, может, и не знаю даже. И вот второй КамАЗ. Это они вдвоем приехали. Там у нас храм, ребята, синий. Откажется, что брали. Документ. Не откажется, что покупали, брали. Это уже нет, документ. В прошлый раз не засняли, ничего и нету. С Барнаула. Прям с самого Барнаула? Да. Оба с одного места? Да. А почем это овес? Овес. Почем, не знаешь? 4,50 вроде бы. Что означает 4,50? Килограмм? За килограмм, да. А пшеница почем? 6. 6. А горох? Тоже 6. Тоже 6. Равный, да? Никакого секрета в этом же нету? Нету. Ну вот и все. Ну а самое выгодное, какую культуру выращивать? Подсолнечник не пробовали? Нет у нас техники, чтобы Ячейку выгодно. А в прошлом году не получилось, да? Непогода заставила. Плохой комбайн, так? Помоги Господу. Такой пыли руками убирает, этот едет, чуть-чуть промазал, все.
такая. Из Барнаула КамАЗ. Тоже люди работают, машину гнать надо. Если своя, купи. Она недаром все дается. Это спортзал. Тут у нас занятия идут. Потеряевская школа. Корчинского сельсовета Мамонтовского района Алтайского края Российской Федерации. 21 тысяча сел погибло. Вот мы получили статус официально. Не как-то. Ну вот и храм. Приезжают главы администрации, они тут меняются иногда. Первые замы были губернатора края, начальник УВД края приезжал. Хорошие отношения со всеми. Ну вот, бывает, воры залазят. Ну, Господь сказал, говорит, воры, моль, ржавчина, они никогда не исчезнут. Вор подкапывает. Вот это еще плиты лежат. Батюшка там работает. Овес он свой сеял, видимо, ему. Своя хорошая дружба у него. Со старостой, это староста с сыном. Это вот уже загрузили. Видишь, как все заматывается. Это не просто так. Это надо уметь. Вот где у него еще ветер раздует. А городской житель, он пошел в магазин, купил. Это машину приобрети, купи, тут вырасти, обработай, дай. Субсидий-то фактически никаких нет. Вот я был в Америке, ездил, так там, ну там можно. Я даже не знаю, что, но чуть ли не 70% расходов сельского хозяйства берут на себя, это нефтемагнаты. А здесь нужды никакой нету, душат его, труженика сельского хозяйства. Вот оно. Это у меня руки дрожат, тем более работал.